Актив дома номер 3 по улице Центральный бульвар пришел на прием к главе города с просьбой включить их придомовую территорию в программу комплексного благоустройства. Геннадий Панин пояснил, что в планах городской администрации проведение комплексного благоустройства центральной части Орехово-Зуево в следующем году. У вас там, например, в части там асфальт, там делать ничего не надо, он у вас уже есть. Вот, есть заборчики, да, у вас да. Спортивную площадку мы видим сделать и сделать небольшую детскую игровую. Вопрос будет связан с финансированием. То есть сейчас мы заложили это в программу ЖКХ. Вот будет в эту пятницу, в этот четверг будет совет депутатов, где мы будем вносить бюджет на рассмотрение и окончательно принимать будем уже в декабре. Будем стараться все-таки сохранить приоритет, чтобы у нас благоустройство осталось. Жительница дома 6Б по улице Торфотранспортная пришла выяснить, признан ли их дом аварийным и можно ли ожидать переселения. Геннадий Панин сообщил, что комиссии дом призван ветхим, а не аварийным. А в этом случае жители могут рассчитывать только на капитальный ремонт, когда появится финансирование. Жильцов дома номер 1 по улице Красноармейская привела к главе проблема капитального ремонта многоквартирного дома. Строители, вскрыв кровлю, повредили систему отопления. Трубы прорвало, и квартиры до первого этажа залило кипятком. По словам жителей, работы по восстановлению кровли не ведутся. На прием был вызван бригадир организации, который сообщил, что все удастся починить к 12 декабря. Главу города не устроили эти сроки. Высказав представителю подрядчика свое мнение об их работе, он пообещал жителям, что не оставит их без поддержки. Власти будут искать пути решения проблемы и параллельно готовить судебные иски в адрес подрядчика, который не справился с заданием. Не закончены работы по 18 жилым объектам. 5 домов стоят со вскрытыми мягкими кровлями, 13 зданий с жесткими кровлями. Среди других вопросов, с которыми в этот день обратились к главе города – высокие тарифы за ОДН, неправильное оформление земельного участка.